важную роль в следующем сезоне. И, естественно, удар. Да, Лисица бил, но неудачно, не сумел сложиться. Да, Минкевич Дмитрий, номер 91, Семенюк Сергей. И я вам хочу сказать, если брать полевые игроки, здесь нету ни одного игрока старше 90-го года. Матюхевич, дальний удар. Да, неприятный удар, я вам должен сказать, бил. Говорили ему, но он тоже это как перевел в шутку. Удивился тому, что его так... Вот сейчас тоже неплохой удар. Семерочка ваша пробила. Включает вратаря. И Дударь, Дмитрий Дударь. Я напомню, кто подключился чуть позже к нашей трансляции. Сегодня именно он защищает ворота. Вот это как раз-то Лукашин, который перешел с противоположного фланга. Там у него не шла игра, поэтому, видно, перевели на этот. Да, с Лисицей поменялись. Вот с этого края вот что-то получается. Вот смотрите. Вот и гол первый, да, Зубович забивает, да. А передача с одного фланга на другой, Лукашин головой сбрасывает на Лисицу, Лисица пытался через себя пробить, защитники приняли на себя этот удар и добивал уже Егор Зубович, 10-й гол в чемпионате, в общем, неплохо для бомбардира, да? Да. Значит, что надо обратить? В удачном стечении обстоятельства тоже можем подняться на одну позицию. Вот сейчас, по-моему, был фол, будет желтая карточка. Даже нет, красная. Мы видим красную. Савицкий убегал. Должен был, по мнению судьи, убежать один на один. Поэтому номер третий, Николов, по его мнению, совершил фол последней надежды. И уходит понуро, уходит с поля. В штабах, в штатах, лучше так сказать, играющих команд высшей лиги. Но... Да. И это опять Александр Перепечко. А так в свободную зону на вбегающего Перепечко, если бы проходила эта передача, классно было. Но молодцы, сражаются. Мы вот думали, потеряют ли... И это Тимонюк. Лука, ну еще напомню, что... Разбегается, да. Да, вы слышали крики. Вот капитан, не жадный капитан. А бою до острая игра, опять наброс и хорошо прочел этот момент Дмитрий Дударь. Итак, дальний пас. Выпрыгнули. Тимонюк и Зубович, никто из них не достал этого мяча, тем не менее мяч у брещан. Это поздняк, да, под шестым? Рослый парень. Удар. Очень опасно, очень опасно. А кто сейчас бил?